вот оно. Пошло. 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 Друзья, сегодня у нас встреча на Киевском вокзале. Сегодня приехало очень много друзей, наши новые лохматые души и старые. Все мы здесь собрались с одной единственной целью. Друзья, помочь ушастым. Девочки, миленькие, я вам очень всем благодарна. От всего сердца, от всей души. Даже слов просто не передать. Вот мы вот здесь сложили помощь, потому что у нас машина на минутку отъехала. И сейчас она подъедет, мы погрузим. Это еще не все. Одну машину мы уже загрузили. Сегодня помощь просто необыкновенная. Очень много. И, друзья, миленькие, спасибо вам. От всего сердца спасибо. Я вас очень всех люблю. И благодарю всей душой, всей моей лохматой душой. Девчонки, а следующая встреча у нас будет 19 августа. И я всех приглашаю, старых и новых друзей. Друзья, я приглашаю вас 19 августа на новую встречу, которая состоится здесь же, на Киевском вокзале, под этими деревьями. Какой здесь адрес? Площадь Европы 1А. Площадь Европы 1А. Этот адрес можно забить в навигатор, и вы попадете на нашу стоянку. Друзья, огромное всем мои хорошие спасибо. Спасибо большое. Я вас всех очень люблю. Отлично. Что надо говорить? Это наша компания, да? Да. Лохматы душа. Вот, все махают, все рады, все довольны. Это Лиль тоже маякует. Встреча следующая 19 августа. Следующая встреча 19 августа. Да, все приезжайте. Все. Давай. Друзья, новая встреча у нас состоится 19 августа. И я очень вам буду рада. Прошлая встреча прошла просто невероятно. Тепло, по-доброму, красиво. В такой дружеской обстановке, что я даже не ожидала. Приехало столько людей. Родные мои, я так вам благодарна. От всего сердца, мои хорошие. От всей души. Я так вас люблю, потому что вы необыкновенные. Вы замечательные. И вы очень добрые. Я выслушала столько от вас хороших слов, столько добрых пожеланий, что, знаете, за спиной просто крылья выросли. Родные мои, спасибо. Спасибо за то, что вы приезжаете на эти встречи и дарите нам не только надежду, а дарите нам саму жизнь. Спасибо вам, дорогие мои. И пусть Бог благословит вас и даст вам в 100 раз больше всего того, что вы отдаете от щедрот своего сердца. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо вам. А еще, друзья, я хотела бы вас попросить, вот многие спрашивают, что привозить. Вы понимаете, у нас бывают моменты, когда надо что-то определенное. Приют всегда нуждается во всем. Что бы вы ни предложили, чем бы вы с нами ни поделились, мы за все вам благодарны, искренне и от всего сердца. Но иногда бывают моменты, когда нам нужно очень, например, обработка от блох. Девочки, у нас такая сейчас волна блох пошла. То ли конец лета, то ли вот это пекло, жара такая стоит. Но нам просто жизненно необходима блохогонка. Очень сильно. Я вас очень прошу. Нужен стронгхолд. Нужен адвокат. Нужен инспектор. Но самое главное, чтобы яснее вам было ясно, ребята. Нужна большая дозировка. Почему? Потому что когда я беру большую дозировку, цена, что маленькой, что большой дозы, отличается не сильно. Но если вы купите большой флакончик дозировку от 25 килограмм и выше, я смогу разделить одну ампулку на целый помет щенят. Или разделить на двух мелких собак. И цена у меня этой ампулки будет ниже. То есть нам это обойдется дешевле. Я понимаю, что адвокат, стронгхолд, инспектор, они очень дорогие. Ребята, но это единственное, что сейчас работает. И это единственное, что нас спасает. Ведь наши животные часто уезжают за границу. И нам необходима хорошая, порядочная, добросовестная обработка. Прошу вас, друзья, если можно, хоть по одной капсулке, хоть по одному тюбику. Стронгхолд, адвокат, инспектор. Самой большой дозировки. Хоть по одной капсулке. Не надо больше ничего покупать. Даже если вы придете и протянете на ладошку вот эту капсулку, друзья, я вам в ноги поклонюсь. Я благодарю вас. Пожалуйста, услышьте меня. И еще нужен, очень нужен, луговой шампунь. Именно луговой. Он самый эффективный. К сожалению, это испытано на практике. И
Я говорю то, что я уже испытала и что мне помогает. Прошу вас, ребята, вот шампунь луговой, а капли всего трех видов. Стронгхолд, адвокат или инспектор. Самой большой дозировки. Благодарю вас, ребята. Доброго вам здоровья. Спасибо, мои хорошие. Буду очень-очень рада нашей встрече 19 августа. Девочки, очень-очень срочно нужен луговой шампунь для купания малышей. А луговой лучше всего. Я прошу, девчонки, кто на Киевский поедет, прошу, пожалуйста, хоть по бутылочке, достаньте, пожалуйста, луговой шампунь. Я очень прошу, срочно нужен луговой шампунь для малышей. Он лучше всего убирает у них блох. Девчонки, прошу помощи, луговой шампунь. Срочно, девочки, миленькие, ладно? Аня, милая, подойдут любые игрушки, и большие, и маленькие, любые, большие мы подвешиваем, на них и щенки катаются, и котята верхом катаются, ну на резинке особенно, если подвешиваем, это сказка, что они творят, любые игрушки подойдут, если есть моя хорошая лишняя, высылай, буду очень благодарна, спасибо, моя золотая, спасибо. И очень любят пищащие резиновые игрушки, очень любят. Правда, игрушки живут недолго, но щенки их друг у друга отбирают, грызут, носятся с ними. Да, девчонки, игрушки в любом количестве, любые, нам нужны. Потому что щенки очень сильно с ними играют, тянут друг у друга, отбирают. И, естественно, рвут, конечно, но вы бы видели, сколько счастья, когда они тягают эти игрушки. Можно делать даже вот из шуб, вот эти старых шубы, если у кого-то есть. Вот эти мохнатые подстилки тоже можно делать. Очень здорово, правда здорово. Спасибо, моя золотая. Детские вещи хорошо очень, и можно распашонки. Вот распашонки, это если рана находится, вот как у меня сейчас, у вопли, под лапкой, под передней рана. Вот такие детские распашонки на спинке запахнул, одел поверх бинтика и очень хорошо держит. Поэтому, если есть старые детские распашонки, было бы здорово. Старые детские колготки. Маленькие размеры. В общем, нужны чаще всего трикотажные вещи. Почему? Они тянутся, и животному в них удобно лежать. ХБ нам не подходят, потому что очень жестко, неудобно. И собаки нервничают, и кошки тоже. Нам нужны детские трикотажные и вязаные вещи. Штанишки любые, кроме джинсов. Штанишки тоже нужны, такие, которые тянутся. Ползунки, лосинки, вот такое детское. Такое нам подходит. Друзья, просьбу я вам продиктовала про то, что нам жизненно необходимо. Это ампулы от блох. Но, сразу говорю, вы можете привозить все, чем вы рады и готовы с нами поделиться. Это могут быть и полотенца, и простыни, и пододеяльники, и покрывала. И игрушки, и посуда. В общем, ребята, все, что у вас накопилось и кажется вам лишним, привозите. У нас оно лишним не будет. У нас все идет в дело. Прошу вас, друзья, я сказала вам о том, на что мы делаем упор в данный момент, на капли от блох. Но любые вещи, любая ваша помощь нам нужна всегда. Любая, какой вы готовы с нами поделиться. Приезжайте, мои хорошие, и везите то, что считаете нужным сами. Я могу сказать, что надо, а вы можете предложить то, что вы хотите отдать. И я буду вам искренне, искренне благодарна за любую вашу помощь. Приезжайте, друзья, приезжайте, мои хорошие. Я всегда очень счастлива вас видеть. Спасибо вам.